Всего разыгрывалось 46 лотов. Нестационарные объекты будут принадлежать предпринимателям на время курортного сезона. С мая по сентябрь они смогут торговать мороженым и напитками. В аукционе принял участие 21 человек. В том году у нас для малого бизнеса, для объектов нестационарных проводились торги. Это было все закрыто. В этом году по поручению главы мы проводим открытый аукцион. Все, скажем так, наглядно видно, чтобы предприниматели видели, кто участвует в аукционе, чтобы они друг друга видели. На следующем этапе будет разыграно право размещения нестационарных объектов торговли промышленной группой товаров. Это бытовая химия, инструменты, текстиль, а также строительные материалы. А уже на третьем аукционе предприниматели смогут арендовать неразыгранные ранее лоты.